«Палестина глазами российских художников». Под таким названием 15 мая в Доме дружбы народов открылась выставка живописи и графики. Необычная страна привлекла внимание художников Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Хакасии, Санкт-Петербурга, Москвы и других. Выставка направлена на защиту мира на земле, на защиту свободы, на защиту борьбу за свободу на святой земле Палестина, чтобы никогда не была война, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы люди была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Наша жизнь – это один миг. А то, что натворил Запад, к сожалению, во главе Соединенных Штатов Америки и Англия, очень это благодаря их, эти проблемы, эти войны последние 73 года происходят на Ближнем Востоке. Наша судьба, что мы оказались в этом мире, на этой планете. Мы должны жить дружно. Должны помогать друг другу, поддержать друг друга. Уникальные мусульманские и христианские святыни, живописная природа, сцены быта, портреты, каменистые горы, пустыни, долины. Здесь представлено более 200 авторских работ. Я видел во многих картинах, это действительно история Палестины там на самом деле. Это о чем говорится, что действительно художники, требовалось, наверное, от них очень много времени, чтобы нарисовать таких замечательных картин. Каждый мастер кисти видит эту страну по-своему. Наталья Смирнова вместе с сыном представили на выставке триптих «Палестинский рынок». Мы решили выбрать такую технику, как техника монотипии. Она не совсем традиционна, и у нас в Чувашии художники редко пользуются. Но мы посчитали, что эта техника она максимально сможет передать настроение, историю, призрачность всего того, что мы нарисовали. Жители Чувашии смогут ознакомиться с выставкой в Доме дружбы народов до середины июня этого года.